Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы, собственно, продолжаем играть в GTA 5 на PlayStation 4. Так, давайте отправимся, знаете, куда? Ну, можем отправить с вами на пострижку. Говорили, что где-то рядом с нашим домом есть парикмахерская. И, в принципе, пропустим весь этот переезд. Вот, то есть пропускаем, все это быстрее делается и, в принципе, ну, стоит уже меньше денег. Ну, как меньше денег? Денег стоит больше, но мы пропускаем и меньше тратим времени, так можно сказать. И что-то у нас он грузит. Грузит переезд с одного места на другое. Да, спасибо, бро. Ладно, пойдемте в парикмахерскую. Тупак, черт возьми, пришел постригаться. Чё ты, Вэри? Привет, детка. Постриги меня. Постриги меня как бога. Так, давайте прически. Так как у нас много денег, мы можем выбрать самую крутую. Самая крутая, конечно же, косички. Но я думаю, ему больше подойдут не косички, а афро тут нету. Низкая афро. Ну, с учетом того, что мы будем играть от первого лица, нам все равно как нас будут постригать. По большому счету-то, да? Так, no check, cash only. Борода, щетину сделаем. Сделаем щетину, постригем щетину себе, выстригем щетину, будем стричь до такой степени, что у нас появится щетина. Ну все, в принципе. Мы уже выглядим такой, как брутальный альфа-самец, который готов завоевывать телок. Так, подожди, ты что тут делаешь, а? Слышь ты? Подождите, попробуй-ка я его сфоткать. Чуваку похер, что я его фоткаю. А если я сделаю селфи? Так, как перевернуть, как перевернуть? Подождите, R3. На фоне вот этого чувака. Отлично. Сохранить в галерею. Сохраняется в галерею и... Так, стой, подожди, чувак. Чувак. Куда ты бежишь, урод? Шикарно улетел. Куда ты бежишь? Ладно, дорогие друзья. В общем, мы продолжаем наше прохождение. Поэтому ставьте лайки за серию. И поехали дальше. О, тачка-то уже поинтереснее, да? Вот как она звучит шикарно. Так, ладно, поехали к Симону на задание. Конечно, нет такого ощущения скорости, что был как... нужен какой-то блур, потому что либо блур, конечно, все испортит в игре, либо нет. Ну... Не знаю, я бы сделал блур, скорость бы чувствовалась, потому что сейчас мы едем... А, ну, кстати, есть спидометр, можно оценивать теперь, какая у нас скорость на самом деле. Это тоже очень хорошо. Ого, какая тачка стоит, да, у Симона? Шикарная. Давайте посмотрим, что, какой у нее салон внутри. Ну, как-то скромненько, конечно. Ну, пофигу, пошлите. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. Знаете, что хотел посмотреть, прежде чем мы продолжим? А, тут нельзя. Ну, тогда поехали. Настройки хотел, чтобы субтитры были чуть выше, потому что неудобно мне немножко читать. Which is why I am very honored to announce to you
that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. Работник месяца. Всего два работника. Your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But I want him to be just like you. Knock, nigga. What's up, you know? So dog. Franklin here has been awarded employee of the month. Chu? What the fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck. Зависть не ерунда. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. О, присоединился ко мне, к моей тусовке. Очень интересно, как это ко мне кто-то присоединился. Employee of the month. То есть это новые возможности PlayStation, SharePlay. То есть могут смотреть, как я играю. Let's go to Vespucci. Едем из Пуча. Подождите, хотел посмотреть, как это он так ко мне присоединился. А, кстати, друзей я... Сколько у меня осталось? 261 запрос, и я начал добавлять всех друзья. Кого это? Ой, боже, назад. Может, идите в жопу, что-то играть. SharePlay. Я не понял, как он ко мне присоединился к моей тусовке. Блин, я забыл уже. Как его зовут? Ладно, поехали. Подождите. Посмотрим мы с вами сейчас сеть. Нет, не сеть, а игру. Хотел настроить, чтобы субтитры были чуть выше. Если это есть где-то, то это очень хорошо. А если нет, то плохо. Ну вот есть просто субтитры, и больше я ничего сделать не могу отсюда. Поэтому... Да, пофигу, поехали. На задание. Сзади мотор у нас, очень круто. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Plus, going how to require a surplus of paper and deficiency of brain cells. He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker... That motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out. Да, тихо вошли и ушли. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy shooter. Fool! Shoot a motherfucker. Ох ты, боже, езжу как. And you love me, хорошо. That's right, homie. None but love, nigga. I'd send me a funny dude, though, It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Охренеть, смотрите, я врезался в здание, и вон у нас осталось след такой стос. Нифиговый. Че этому психу нужно? No, wait, 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 wait
Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Давайте отойдем, мы просто гуляем. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Куда он идет, там? Кошка, две кошки. Охренеть. Кошка, кошка, кошка. Приколюха животные. Че, он спать лег, что ли? Да, шикарно. Давайте попробуем вот в этом. Ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.I. Amigos. You gonna creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Yo, yo. Oh, shit. Fucker, shit. Hey, nigga, I would've just got my pistolet, pistolet, pistolet. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Fuck, they must've heard some shit. Shit, on your left! Ooh. Find your bitch ass and cover! Hey, back down, he needs some help! Damn! Fuck! These boys don't even know what we're here for! You just blast they people! That might be why they're irritated! Шикарно! Давайте бежать. Ох ты ж срань. Что это сейчас было только что? Ах ты. Ну слушайте, от первого лица, конечно, посложнее играть, потому что, ну, не видишь как всей обстановки, видишь лишь часть. Но все равно очень прикольно. Видимо, надо использовать. Укрытие надо использовать. Да блин, куда он целится? Just when I thought this shit was clearing up. You sure picked the right people to pick a fight with, nigga. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Over there, they coming out. Что там, Орай? Стой, двери выходит. И машина сейчас приедет, да? Которая нас сбила тогда. Ух ты, охренеть, сколько тут балосов. Блин, не балосов, а амигосов. Прикольно, бери это. Let's get him! Man, this is fucking crazy. Добыть байк? Ну, добыть байк, так добыть байк. Садимся. You know you're designated. Let's get him, homie. Поехали, ломак. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Блин. Get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. Боже. And whose fault is that, Mr. 80's action movie body count motherfucker? Don't play the play. Куда-то я не туда заехал. Зашибись. Я думаю, что мы сейчас начнем сначала, потому что я нахрен утонул. Да. Он уехал, я не туда поехал. Это первого лица ролик. Нет, ну сейчас все будет нормально, обещаю. Подождите, повторить. Должно быть, по крайней мере, нормально. Но я на это надеюсь. Вообще, я бы, наверное, раньше его пришил.
I want to get paid. Paid ain't worth shit when you're doing 25 with it. Hell, we massacred those motherfuckers. Shit. We need to see. Так, где он? Где он? Put him off the bike. A couple of scratches better than nothing. We want your bike, bitch. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Ой. All right, drive safe. Девку еще пристрелил. Ну-ка, байк как выглядит от первого лица? Давайте, надо бы. О, да. Ну, с байком поинтереснее, кстати. Главное сейчас ни во что не вмазаться. Круто. Байком, конечно, опасней. Вроде как все дополнения, которые выходили в GTA Online, они будут доступны тут. И поэтому очень круто. Поднажмем. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Он уже тут, что ли, тусит? Finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me. Короче, Apache. Scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Задание выполнено. Rock and roll. Ну-ка, подожди, через мойку проедет он. Охренеть. Ага. То есть надо было сперва ее использовать, а не просто ехать по ней. Ну, посмотрим. Блин, жалко, от первого лица нет вида. То есть автоматически моет, и сути нам это не показывает. Что там, смс-ка, что ли? Дружбан! Скрэйч выходит на свободу. Скрэйч, осидел! Мы тебя звякнем, чел. Ну ладно, доп. В принципе, можем найти, куда сгонять, посмотреть, где продают одежду. А, у нас еще даже... У нас даже нет таких еще магазинчиков, где продают одежду. Ну, тогда вот незнакомцы. Поедем к незнакомцам туда. Злится. Прикольно. Таиша, что ли? What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga, shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about Tom Cole? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it, for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Помню, про эвакуацию тачек надо помочь. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Сядь, эвакуатор. Да давайте сядь, доедем сперва до него.
right. Shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. You tripping if you think I'm chasing you. Да, грузовик, конечно, старый. Хотя по приборам прикольно. Ну что ты садишься, шлюха? На удивление, когда мы нажимаем задний вид, он показывает вот такой. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Watch out, man. Пиздок от бога. Okay, I seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down, and it should slide right in. Hey, baby, back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Поехали. Да, машин в городе поприбавилось заметно, явно. Ну, машин стало больше. So I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. And you say I've been smoking. Give mama what she wants. Look, look, enough with it. Enough with that shit, all right? I'll see you on the block. Anything you need. You holler at me. Ну отлично. Ох, какая тачка, подождите. Быстрее, 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 быстрее беги. Беги быстрее, Франклин. Какого хрена вдруг начали по нам палить? Кто палил-то? Hey, watch the road, you piece of shit.